Here he comes. He's got room. Lillard for the tie. Got it! 3 seconds left. Where have you seen that before? Oh! Lillard double clutches and hits it. Aldridge lost the ball. Lillard, a pump fake, a shot. It's good! Здорово, здорово, все, сейчас включаю YouTube и начинаем с ребятами смотреть ролик. Да, еще спишемся, бро. Сегодня мы проведем скаутский разбор игры Дэмиана Лилларда, расскажем о его баскетбольной карьере, достижениях и получим персональные послания от звезды НБА. Вас также ждет приятный бонус. Всем привет, с вами Амангельды Алимбаев и мы начинаем. Дэмиан Лиллард – один из лучших игроков в НБА на данный момент, который проводит 8-й сезон в лиге. Родился Дэмиан 15 июля 1990 года в Окленде, штат Калифорния. По данным Forum Daily, город Окленд, расположенный на побережье залива Сан-Франциско, входит в десятку самых опасных для жизни американских городов. Именно в таком месте прошло детство Лилларда. В возрасте 15 лет Дэмиан в средней школе старших классов начал выступление в Сент-Джозеф-Нотр-Дам. За эту же школу также играл Джейсон Кидд. Однако игровое время Лилларда сократилось, и он начал пропускать игры. В итоге он решил вернуться в свою родную школу Окленд, где были его друзья и семья, несмотря на то, что качество школы сильно отличалось от Сент-Джозефа. Лиллард в своей родной школе за 2 сезона набирал в среднем 20 очков, и после 11 класса он получил стипендию от университета Уэббер-Стейт. На тот момент Дэмиану дали всего 2 звезды из 5 от скаутов перед выступлением среди студентов. В маленьком университете тебе не дадут должного уважения, так что мне приходилось доказывать всем, что я могу играть на высоком уровне. И если взглянуть на ребят из Кентукки, Канзаса, Дьюка и Северной Каролины, им выдают перспективы сразу же после школы. В Уэббер-Стейт совсем все иначе, и это толкало меня работать еще усерднее. В конце концов, это дало результаты, рассказывает Лиллард. В первый сезон NCAA Лиллард набирал чуть больше 11 очков за матч, а также был признан лучшим новичком конференции Big Sky. Во втором сезоне он довел общий показатель по очкам до 20, а в третьем сезоне после 10 игр получил травму ноги и по итогу был вынужден пропустить остаток сезона, потерявшись в котировках на попадание в Национальную баскетбольную ассоциацию. Однако на 4-м курсе Лиллард набирал почти 25 очков за матч, а после окончания сезона выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2012 года. Из-за участия в драфте НБА Лиллард не завершил обучение по 3 курсам. При этом он пообещал своей матери, что все-таки добьется поставленной цели. Весной 2015 года Лиллард получил диплом специалиста в области торговли. Вернемся к 2012 году. Все помнят эти времена. Леброн, Уэйд и Бош в Майами. Уэстбрук, Дюрант, Харден в Оклахоме. Коби набирал по 28 очков за матч, а в Бостоне еще был Рондо, Аллен, Пирс, Гарнет, а Джоэл Эмбиид и Алекс Каруса выглядели так. На драфте 2012 года под 6-м пиком Портленд Трейл Блейзерс выбирает 22-летнего Дэмиана Лилларда. На игрока также имели хорошие шансы Сакраменто Кингс, но они решили взять под 5-м пиком Томаса Робинсона. Got to make room for my team, don't get exiled in this bitch.
been trying to find my way back home. I've been riding down this road too long. Yeah, mama, I'm coming. I'ma keep running and running. I'm a champion. После внушительного выступления в летней лиге Лиллард заявил о себе как о стартовом разыгрывающем. И его дебют в НБА произошел 31 октября 2012 года против Лос-Анджелес Лейкерс. В этой игре Дэмиан набрал 23 очка и раздал 11 результативных передач, а его команда держала победу. Он также забил свой первый победный бросок в лиге против Энтони Дэвиса, которого выбрали на том драфте под первым пиком. Испытал невероятное чувство после сирены. По ходу матча мы добились серьезного преимущества, но позволили сопернику вернуться в игру и сравнять счет. Парни настраивались на овертайм, так что в решающем эпизоде я, конечно, был взволнован, но все же не испытывал давления. После броска наблюдал за полетом мяча. Мне понравилось то, что я увидел. Лиллард в первом сезоне провел самые результативные игры против Лейкерс, устроив зарубу с Коби Брайантом и удостоившись комплиментов от «Черной мамбы». В той игре Дэмиан набрал 38 очков, 9 передач. Коби ответил 47 очками. Еще 35 очков Лиллард набрал против Спёрс. We'll 33 очка против чемпионов того года Майами Хит. Лиллард уже является отличным разыгрывающим и станет одним из самых великих защитников лиги. Я думаю, он является новичком года. Он играет стабильно, он не пытается быть слишком быстрым, он не бывает слишком медленным. Он играет так, как считает нужным. Поделился Леброн Джеймс после матча с Портлендом. В своем первом сезоне разыгрывающий защитник проводил на паркете почти 39 минут, отыграв все 82 матча в стартовом составе, набирая по 19 очков за матч и раздавая 6,5 передач. Дэмиан по окончанию сезона был единогласно назван лучшим новичком сезона. Дела у Лилларда шли хорошо.
После потрясающего первого сезона Лиллард заявил, что намерен стать участником «Матча всех звезд» уже в следующем году. «В следующем сезоне хочу стать участником «Матча всех звезд». Сделаю все, чтобы Портленд играл в плей-офф. Это очень важно. Хочу, чтобы наша команда конкурировала на более высоком уровне», сказал Лиллард в апреле 2013 года. По итогу в следующем сезоне защитник попал на «Матч всех звезд», а его команда вышла в плей-офф. Но к этому мы еще вернемся. Во втором сезоне Лиллард зарекомендовал себя как игрока, который способен забить важный бросок или решить исход матча. Дэмиан реализовал 2 очка на последних секундах против Феникса. Смог перевести игру в овертайм с Далласом. В этом же году он забил победный бросок Детройту и Кливленду, причем сделал это в 2 матчах подряд. Будучи новичком в сентябре 2012 года, Adidas подписал контракты с группой молодых игроков. В их числе был и Лиллард. Однако весной 2014 года Адидасу и Дэмиану пришлось пересмотреть условия контракта. В апреле 2014-го производитель спортивных товаров подписывает 10-летний контракт на $100 миллионов с 23-летним разыгрывающим Портленда. Стоит отметить, что Дэмиан пользовался атрибутикой Adidas на протяжении всей карьеры. Через 2 недели Лиллард закроет серию плей-офф первого раунда против Хьюстона одним броском. Удачное ли подписание для Адидаса? Определенно. Однако в следующем раунде Портленд благополучно вылетит от будущих чемпионов 2014 года Сан-Антонио Спёрс. Но даже с этим результатом сбылась мечта Лилларда. «Когда я был подростком, то мечтал о карьере в лиге. Я помню, когда в 2004 году в серии с Лейкерс Тони Паркер набрал 50 очков за 2 матча, еще и против Гэри Пейтона. А ведь Пейтон – один из моих любимых игроков. Я наблюдал за этими парнями еще в подростковом возрасте. Я был ребенком, когда в лиге появился Джинобили. Помню его евростеп. Он тогда был помоложе, забивал сверху. Тони Паркер с его флоттерами. Я помню все это». И вот спустя 10 лет Лиллард испытывает все это на себе. На тот момент ему было 23 года. 3 сезона назад до этого броска он не попадал в котировки драфта НБА из-за травмы ноги, находясь в малоизвестном университете. Но за эти 1095 дней Лиллард все-таки пробился в Национальную баскетбольную ассоциацию, стал лучшим новичком этой лиги, подписал 10-летний контракт на $100 миллионов с Адидасом, а также одним броском решил исход серии. Просто помните, где бы вы ни находились прямо сейчас, какие перспективы бы вам ни выдавали, все зависит от ваших целей, от того, как вы распоряжаетесь своим временем и куда направляете энергию. На мечту требуется время, терпение, усилия, легкое отношение к обратному результату, но главное – продолжать двигаться дальше и получать удовольствие от процесса. Кто знает, каких успехов мы можем добиться в течение следующих 3 лет или десятилетия. Совсем скоро мы перейдем к технической стороне выпуска и разберем стиль игры Дэмиана Лилларда. В сезоне 2014-2015 года Портленд занял 4 место в сезоне, но уступили в первом раунде плей-офф Мемфису. Сам Лиллард провалил эту серию, забив всего 5 трехочковых из 31 попытки. 16% из-за дуги. В межсезонье 2015 года команду покинет Ламаркус Олдридж, который перейдет в Спёрс. Уэсли Мэтьюс уйдет в Даллас. Для Лилларда наступит новый вызов.
Вот уже 7 лет разыгрывающий продолжает утверждать, что намерен добиться успеха именно с Портлендом. Он не хочет объединения с другими звездами в другом клубе. С учетом постоянной миграции звезд в нынешней НБА, Лиллард является исключением, который не намерен искать легкие пути. Переход в Лейкерс? Нет. Хочу сделать то, что Коби в Лос-Анджелесе, но в Портленде. Мы все играем, чтобы победить. В общем, это решение каждого. Я не собираюсь куда-то, это не мое. Наверное, у меня слишком много гордости. Я привык соперничать, сражаться и не смогу заставить себя пойти на такой шаг. К тому же так веселее. И я говорю исключительно о себе, не затрагивая кого-то другого. Мне такой вариант не подходит, но не осуждаю тех, кто переходит туда, куда хочет. Предпочитаю заниматься строительством чемпионской команды. Если уж на то пошло, то предпочту остаться вообще без перстня, если не смогу выиграть его с Портлендом. Да, я хочу выиграть чемпионат, но есть другие вещи, которые значат для меня больше. Мне не хочется продавать себя ради победы в чемпионате. Я хочу стать чемпионом, я борюсь за это. Но я понял, что есть много других вещей. Когда моя карьера подойдет к концу, у меня останутся взаимоотношения с людьми. А это куда важнее для меня. В плей-офф 2016 года Лиллард с обновленным составом обыграли в 6 играх Лос-Анджелес Клиперс. Austin Rivers thought he had hit that shot. Во втором раунде в третьей игре против Warriors Лиллард набрал 40 очков, забив 8 трехочковых, раздав 10 передач. Lillard, long three-pointer of the night. No, it's a little different than the ankle situation where that came into play. As you and I be right before I can help my team, guys. Lillard connects. Lovely, nice feed again. And onto it. Now, was it in his head? It doesn't matter. I know he put the time in. 34 for Damian Lillard. Lillard steps back. That's good. Performance from Damian Lillard and the Portland Trailblazers. Тем не менее, больше игр Портленд у Golden State не выиграл. Помимо лояльности к Портленду, Лиллард дважды переподписывал контракт с родным клубом. В 2015 году Дэмиан заключил 5-летнее соглашение на сумму в $120 миллионов. В июне 2019 года лидер Blazers вновь продлил контракт на 4 года с общей выплатой в $196 миллионов. Игроки отказываются от супермаксов из-за прессы и другой подобной хрени. Воздействие извне, народ говорит об их наследии. Он должен сделать это, он должен добиться того. Игроки реагируют на это. Они говорят, все это не ради денег. Я хочу выиграть чемпионат, и я хочу сделать это. Серьезно, игроки принимают решения, исходя из этого. Есть давление других людей. Он обязан выиграть, он должен сделать это, он должен сделать так. Все это должно быть не ради денег. Но мне кажется, что если ты решил остаться и не отказываться от денег, то ты не пытаешься выиграть. Когда тебе будет 42 и карьера закончится, и ты так и не взял титул, и ты отказался от 60 миллионов, которые мог бы получить, они даже не будут говорить о тебе. Ты сам будешь виноват, — сказал Лиллард. В любом случае для всех хорошим не будешь, ведь когда ты объединяешься с другими звездами, то люди будут говорить, что ты делаешь все нечестно. Если ты решил остаться, то у тебя нет амбиций. Если подписал максимальный контракт, люди скажут, что ты жадный. Если взял гораздо меньше денег, значит, ты вновь играешь не по правилам. Даже после заключения контракта и верности клубу, в сторону Лилларда идет критика. Когда Лиллард в последний раз соглашался на контракт меньше максимального? Он станет игроком, который заработает 400 миллионов без единого титула. Он будет одним из самых богатых игроков в истории НБА, без титулов. Никто не запомнит парня, который сделал кучу денег в спорте, не взяв ни одного титула. Дэйм, если ты не веришь мне, спроси Кевина Гарнета. Как ни крути, когда ты спортсмен, главное — это победы. Заявил телеведущий Шеннон Шарп. Лиллард откликнулся на заявление Шарпа. Во-первых, я взял меньше, когда получил свой первый максимальный контракт. Так что учи основу. Но как бы то ни было, проще всего иметь мнение по ситуации, которая к тебе не относится. Потому что ты не знаешь обстоятельств. И ты не можешь знать, выиграю я или нет, лол. Если я буду забытым, то я буду богатым забытым мазафакером. Ответил Лиллард. Впрочем, часть своего богатства Лиллард активно направляет на благотворительность. Когда я рос, моей мечтой было играть в лиге.
с финансовой стороны. Я больше счастлив за свою семью, нежели за себя. Будучи в состоянии, я помогаю людям, которые помогали мне в осуществлении моей мечты», — поделился Дэмиан. Лиллард в 2019 году получил награду имени Уолтера Кеннеди. Этот приз ежегодно вручается в НБА за общественную и благотворительную деятельность. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов. Дэмиан совместно с Adidas выделил финансирование на реставрацию школьного баскетбольного зала, снабдил его тренажерами, баскетбольным инвентарем. Он продолжает покупать новую форму и баскетбольные кроссовки для детей, а также поддерживает своего школьного тренера из Окленда. «Я помню, как в школе Сент-Джозеф мне сказали заняться чем-то другим. Мой рост тогда был 180 сантиметров. Я не хотел быть здесь. Я был в команде, но не участвовал в играх. В особенности я помню разговор с одним из тренеров, который четко дал мне понять, что у меня нет шансов. Он привел мне статистику, которая показывала, как игроки отсеиваются после школы, затем после университета, и что в НБА надолго не задерживаются. Я помню это. И сказал ему: «Знаю, что это трудно, но я верю, что у меня получится». В ответ он ухмыльнулся и усмехнулся. «К моему счастью, я все-таки смог вернуться домой. Я умолял своего отца вернуть меня обратно, потому что знал, что мне по силам добраться до НБА. И я надеюсь, что моя история даст веру и вдохновение тем, кто стремится к своей мечте. И кто-нибудь однажды скажет в моей родной школе или за ее пределами: если и Дэмиан смог, то и у меня получится». Поддержка словом или даже небольшим действием порой может значительно влиять на жизнь других людей. И это факт. И именно сейчас мне нужна ваша поддержка. Подпишитесь на канал и давайте наберем в этом выпуске 10 тысяч лайков и 1000 комментариев. Такая активность поможет развитию канала. Ну а мы продолжаем. Сейчас Лилларду 29 лет, и он проводит 8-й сезон в НБА. Дэмиан продолжает быть верным своему клубу и верит, что однажды принесет чемпионский титул этому городу. В прошлом сезоне Дэмиан и его команда добрались до финала Западной конференции. А перед этим Лиллард вновь выиграл серию одним броском. Пятая игра первого раунда против Оклахомы. Счет 115-115, на табло меньше 15 секунд. Мяч в руках Лилларда, а что дальше? А дальше вы все знаете сами. На этот раз бросок привел к разрушению всей стратегии Thunder, но усилил Clippers и, возможно, Houston Rockets. Впрочем, время все расставит на свои места. В финале Западной конференции 2019 года против Warriors Лиллард получил травму во второй игре, когда прыгнул за мячом и приземлился на Кевана Луни. Лиллард подтвердил, что играет с вывихом ребра. «У меня действительно есть повреждение, но это не сказывается на игре. Это не сказывается на том, что я делаю», — сказал Лиллард после матча. Портленд проиграли серию в сухую. Конечно, это поражение никак не связано с травмой Лилларда, но факт того, что он продолжает играть, говорит о многом. В завершении перед скаутингом игры Лилларда стоит отметить его творчество. В своих треках Дэйм Долла старается затронуть социальные проблемы молодежи, дать направление и вдохновение. Look for God when you're trying to fight the odds. Need to look up to the sky and let go of all the pride. The game changing, we're trying to make arrangements and let go of that anger, put that food into our brain instead. Aiming steady at the youth, we trying to change. А также благодаря музыке он получает душевное равновесие, что вследствие переносится на его результат в игре. «С тех пор, как я начал делать музыку и относиться к этому серьезно, я стал лучше играть в баскетбол. Дело в душевном равновесии. Я не показываю свои тренировки, и у меня нет подборки лучших моментов с любительских игр, которые все так любят. Но когда начинается настоящая игра, все видят, кто что делал, когда камеры были выключены», — поделился Лиллард. Прямо сейчас мы переходим к технической стороне выпуска и разберем игру лидера Портленда.
Рост Дэмиана Лилларда составляет 191 сантиметр, вес 88 килограмм, размах рук 203 сантиметра. Перед драфтом Лилларда сравнивали с Джеффом Тигом, говоря о том, что уровень Тига – это потолок для Дэмиана. Худший вариант, который может получиться с Лиллардом, это Ронни Прайс. Начнем с атаки. 35% забитых очков Лилларда приходится на попадание из-за дуги. Это 8,2 очка. Сорок 3% очков на средний и завершение. Это 10,2 очка. 22% остаются для штрафных. Это 5,2 очка. В сумме по карьере Лиллард на момент выпуска набирает 23,6 очка. В большей степени Дэмиан лучше всего использует заслоны. Благодаря ним в нынешнем сезоне он набирает по 16 очков, что делает его лидером НБА по этому показателю. Затем после заслонов одна из сильных сторон Лилларда – это игра в изоляции. В них он набирает по 5 очков. Оставшуюся часть набранных очков приходится на быстрые прорывы. Использование заслонов – это ключ к созданию свободного пространства для броска. В особенности, когда ты можешь атаковать после дриблинга, используя заслон. После выхода из-под заслона на бросок поймал-бросил. Либо пройти в проход и завершить атаку в краске. Или же бросить средний. Именно такое разнообразие баскетбольных навыков, наряду с использованием заслона, дает Лилларду возможность для многостороннего завершения атаки. Гораздо проще пройти через заслон и бросить трехочковый, имея дополнительное пространство, нежели играть в изоляции и растаскивать соперника через кроссоверы. Хотя и это у Дэмиана получается хорошо. Лиллард также известен своим степбэком, который также позволяет ему создать свободное пространство для броска с минимальным сопротивлением. Причем даже здесь есть свое разнообразие. Возьмем ситуацию, когда соперник находится слишком рядом с Лиллардом. В этот момент он любит использовать ланж-дрибл – выпад и возвращение назад с использованием свободной руки. Также стоит учесть момент, когда соперник при игре в защите поворачивает бедра в сторону кольца. Это также дает дополнительное пространство для степбэка. Или же когда произошел размен против большого и требуется трехочковый бросок. Лиллард чаще делает степбэк в сторону, и даже здесь кроется такая деталь, которая позволяет Дэмиану забить бросок, обойдя потенциальный блокшот. Пару сантиметров в броске могут существенно поменять весь расклад. Попадание против Оклахомы и Лейкерс. Обратите внимание, если бы это был степ-бэк назад, то шансов заблокировать этот бросок у Джорджа и Инграма было бы куда больше. Yeah.
У Лилларда отличный релиз броска. А все благодаря тому, что он отлично выносит мяч из так называемого кармана. Именно в момент степбэка мяч уже находится на уровне пояса, что дает ему преимущество в тайминге для реализации броска. Здесь также важно иметь чувство свободного броска в тот момент, когда появляется пространство. Это именно те миллисекунды, когда ты понимаешь, что у тебя есть место для броска с минимальным сопротивлением. Now Lillard gets free, and he connects on a triple. He moved from Mexico City because of the field conditions there. Dame, step back, three, got it. A three-pointer by Aminu. Now here's Dame with a deep one. He kites it in from three-point range, and he won it for Dame, 4-3. Oh, that was a thing of beauty. And Aminu, alertly, runs down the rim. Off the screen from Nurkic, a three is up and in. Yeah, he prefers that. Еще один инструмент в использовании заслонов – это размен защищающихся игроков. Когда вы используете заслон в атаке, сторона соперников может сделать размен, что может дать вам возможности для мисс-матча, то есть неравноценный размен. Если этот размен приводит к игре в изоляцию, то здесь нужно смотреть, кто именно защищается против вас и сколько свободного пространства есть внутри трехочковой дуги. Dame off the screen, goes right to the cup, and finger rolled it up and in! You can see the Blazers have two timeouts left, Denver two. Damian goes to work, has to get it going, takes a break to the rim, and flushes over Millsap! Лиллард не раздает по 25 передач за игру, однако прекрасно справляется с розыгрышем пик-н-ролл, отдавая передачу после пика. Portland's third. Nurkic again, that two-man game, and this season's for the Indiana Pacers. Incredible. A 16-2 Pacer run. Zach Collins, another Gonzaga Bulldog, member of Portland, as Cantor gets that. Lillard, pirouetting. Nice dish! Lillard отлично использует скорость. Он может замедлить темп, чтобы соперник сбавил обороты в защите, но в нужный момент использовать взрывной первый шаг для прохода под кольцо. Или же на скорости сделать остановку и затем вновь ускориться. Lillard, a little step back. Came here, Julius Randle. The offense is running through him. Damian Lillard right down the boulevard. Came here, Julius Randle. The offense is running through him. Damian Lillard right down the boulevard. Oh, what a drive that. Он любит делать два перевода подряд, и затем после этих движений он использует степ-бэк или же рвется в краску. В завершениях Лиллард также имеет большой арсенал. Будучи правшой, Дэмиан отлично завершает левой рукой, что дает ему больше вариативности в атаке и усложняет задачу для защищающихся игроков. Безусловно, Лиллард хорошо справляется с тем, чтобы атаковать кольцо с максимальной эффективностью из-за дуги. У него быстрый релиз, прекрасное чувство свободного броска. DeAndre Jordan diving into the paint. Aminu finds a trailer. It's Dame. He knocks down a triple. Into a three and guns it down. Tap back outside to Aminu. A hustle play. Lillard. Умение использовать заслоны. An ultimatum to Philadelphia. Stop me now. Зарабатывать штрафные броски, завершать в проходе, он умеет открываться. Лиллард устойчив психологически. Он уверен в том, что делает. Это определенно влияет на конечный результат в атаке. Когда выполняю бросок, всегда уверен в том, что он достигнет цели. И не переживаю из-за промахов. Если же у меня не идет бросок, то могу просто остановиться. Важно быть спокойным, не допускать лишних мыслей. Я промахнулся? Значит, в следующий раз мяч точно попадет в кольцо. Необходимо сохранять спокойствие и уверенность в собственных силах, поделился игрок. И я уверен в том, что мы достигнем наших целей, одна из которых — это 100 тысяч подписчиков на канал. Подписывайтесь, давайте сделаем это вместе, друзья! Дэмиан развит физически, он силен, быстр и вынослив, что позволяет ему проводить так много времени на паркете. Он прекрасно справляется с тем, чтобы держать свое тело в балансе во время степ-бэков. Вертикальный прыжок Лилларда составляет 100 сантиметров. Его тренер из университета Рэнди Рахи отмечает, что за всю свою карьеру никогда не видел, чтобы игрок столько времени работал над собой в тренажерном и баскетбольном зале.
Он всегда первым приходил на тренировку и последним уходил. Его трудовая этика, то, как он поддерживал своих товарищей по команде, показывает, насколько он хороший лидер. Его характер и трудолюбие принесут ему большие результаты, поделился Рэнди. Но у Лилларда есть свои стороны, которые требуют доработки. Так, например, его защита. В нынешнем сезоне, играя в защите в изоляции, Дэмиан пропустил через себя 8 попаданий из 11 попыток. Это 73% реализации. На данный момент это худший показатель в лиге. Защита после пик-н-ролла также является для Дэмиана не самой сильной стороной. 45% попаданий через лидера Портленда. Лиллард часто забывает про защитную стойку, пытаясь отзащищаться на прямых ногах. Ему также трудно продолжать двигаться в защите через заслоны. Периодически он забывает про своего игрока, что вследствие трансформируется в попадание от соперника. В общем индивидуальном защитном рейтинге Лиллард находится на 107 месте. Среди игроков задней линии Дэйм расположился на 55-й строчке. Впрочем, Лиллард старается играть в защите, и в каких-то эпизодах это приносит результат. Имея сильный дриблинг и атакующие навыки, Дэмиан порой забывает про передачу. Это отмечали скауты НБА, когда Лиллард играл еще в университете. И отчасти это продолжается сейчас. Коби Брайант также в своем разборе «Внимание к деталям» указал на это. Дэмиан, посмотри на игру Ронда. Когда Реджин врывается в краску, то он стягивает на себя 2-3 игроков и затем отдает передачу на дугу в угол, по центру, под 45, или же отдает передачу под кольцо свободному игроку. Это существенно усложняет задачу для защитников. Так ты сможешь выйти на новый уровень. Дэмиан Лиллард, прошу обратить внимание на Ронда. Поделился Коби. В любом случае, игра Лилларда говорит сама за себя. Несмотря на пробелы в защите, Дэмиан справляется со своей задачей лидера Портленда, являясь одним из самых сильных атакующих опций в НБА. Подходя к итоговой части выпуска, стоит послушать послание Дэмиана, которое он сделал перед своим первым сезоном. Я всегда чувствовал, что у меня есть шанс сделать это. Я всегда работал и верил в себя. Верил, что мне дадут шанс, которым я воспользуюсь. И когда все вокруг складывалось против меня, я чувствовал, это тот момент, когда я должен побеждать. Это большая заслуга моей семьи. Это фундамент, который они вложили в меня. Когда я рос, было трудно, потому что вокруг меня были наркотики, насилие, и это в раннем возрасте. Мне было 12, и у меня были друзья, которые курили, любили продавать наркотики. Было много разных банд. И в этом окружении не просто найти путь. Да, все ходят в школу, занимаются спортом, но на улице они делали то, что не следует делать. И я должен принять решение идти своей дорогой. Когда я начинал играть в баскетбол, то у нас было кольцо на дереве. Мой двоюродный брат ставил сверху там. И я видел, как они это делали. Я был гораздо меньше, и у меня не получалось. Так что я просто бросал в кольцо. И в один день я пришел, но дерево оказалось срубленным. Я был расстроен. Но мой дедушка сказал, что у него есть ящик из молока. Так что из этого ящика мы сделали кольцо и повесили его на столб. И тогда я действительно начал влюбляться в баскетбол. В нашей семье были стандарты, которые позволили мне стать взрослым раньше времени. Именно по этим стандартам я выбирал свой университет. Когда я начинал, то был в тренажерном зале 6 дней в неделю. Я плавал, постоянно был с мячом, отрабатывал броски, и все это окупилось. Мои цели — стать одним из лучших разыгрывающих в истории Portland Trail Blazers. Я хочу играть только за эту команду.
и больше одного раза попасть на матч всех звезд. И, конечно, я хочу выиграть чемпионат. И я чувствую, что это место отлично подходит для меня. То, какую энергию я получаю от окружающих людей, их поддержку. Они всегда рады видеть меня. Я чувствую себя нужным здесь. Я выбрал номер 0, потому что я из Окленда. Я пошел в школу Огден и теперь играю в Орегоне. И я начинаю очередной путь с нуля. Спустя 7 лет Лиллард по-прежнему играет за Портленд, являясь уже сейчас одним из лучших игроков в истории этого клуба. Но при этом игнорирует давление со стороны. Я 4 раза был в символической сборной сезона, 1 раз в первой сборной, 4 раза участвовал в матче всех звезд. В прошлом сезоне играл в финале Западной конференции. Мне принадлежит рекорд клуба по очкам, набранным в одном матче. Мне не хватает только звания MVP и чемпионского титула. Испытываю ли я давление? Нет. Давление испытывает бездомный, который не знает, когда в следующий раз поест. Давление испытывает одинокая мать, которая выживает и платит по счетам. Нам платят большие деньги за то, что мы играем в игру. Не поймите неправильно, конечно, в баскетболе есть трудности и вызовы. Но называть это давлением – почти оскорбление для обычных людей. Подытожил Дэмиан. Благодарю вас за просмотр, друзья. Давайте наберем здесь 10 тысяч лайков и 1000 комментариев. Ну и подписывайтесь на канал. Мы идем к отметке в 100 тысяч подписчиков и увидимся уже в следующем выпуске.